Друзья, привет! Вы на канале Kindra's Life. Готовим вкусное и простое блюдо – спагетти болоньезе. Родина спагетти – Италия. Но говорят, что название спагетти болоньезе начали применять итальянцы впервые в Америке. В самом простом варианте спагетти болоньезе – это мясной фарш с томатным соусом. Так и приготовим. Для начала возьмем мясо и измельчим его на фарш. Далее нарежем мелко лук и чеснок. На сковороде на растительном масле обжарим до полуготовности лук. Добавим фарш, а затем и чеснок. Если добавить чеснок в самом начале, он быстро сгорит. Когда фарш изменит цвет, добавляем томатный соус. Немного воды, соль, перец и базилик. У меня сушеный. 10-15 минут и мясной фарш готов. Отставляем в сторонку и отварим спагетти. А вы ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Мне важна ваша поддержка. Благодарю. Пока варятся спагетти, натрем твердый сыр. Спагетти откидываем на дуршлаг и отправляем на тарелку. Сверху добавляем соус болоньезе и посыпаем тертым сыром. Пробуем. Спагетти болоньезе получились ароматные, очень вкусные и сытные. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Kindra's Life.